Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим варено-копченый бекон. Копченый в домашних условиях. Вот я вам показываю, ссылка на видео, где вы увидите, каким образом я это делаю в обычном многоквартирном доме. Ну что, вперед! Что нам нужно? Конечно же, нам нужен бачок. Замечательный мясной бачок под черевок. Нам нужно 2% соли от 1 килограмма. Многократно я говорил, что не нужно соль добавлять на глаз, всегда только взвешивать. Иначе вы пересолите или не досолите свой продукт, и он может пропасть. 7,5 грамм обычной соли и 7,5-8 грамм соли с нитритом натрия. Отлично. Вот 15 грамм. Вот этой соли вполне достаточно для того, чтобы хорошо наш подчерёвок, наш будущий бекон засолился. Вы уже все прекрасно знаете, для чего нужен нитрит натрия. Для того, чтобы у нас был с вами красивый, правильный цвет. И, соответственно, нитрит натрия угнетает развитие палочки ботулизма. Так, чтобы мы с вами не заболели. Если мы, кстати, существует посол сыровяленый, без добавления нитритной соли. В этом случае нужно добавлять гораздо больше обычной соли. Если мы с вами здесь используем всего лишь 2%, то если бы я солил бы без нитрита натрия, я бы добавил 4%. Мясо обязательно должно быть свежее. Покупайте на рынке, нюхайте его. Старайтесь покупать у вашего любимого, скажем так, мясника, который вас не обманывает, или же в хорошем супермаркете. Засолили. Закрываем пленочкой, ставлю сегодняшнее число, так, чтобы быть уверенным, что я додержу необходимое количество дней. Прошли трое суток, наш бекон просолился, готов. Теперь следующий этап, мы должны его помыть. Существует несколько разновидностей и вариантов, как мыть бекон после того, как он просолился. Первый вариант, это классический, конечно, просто водой. Второй вариант, который любят очень в Англии, в Ирландии, скажем так, в англоговорящих странах, это пивом. Наш сыровяленый бекон, который мы будем тоже скоро готовить, мы будем мыть в черном пиве, потому что они очень любят делать бекон и обмывать его черным пивом. Он дает невероятный аромат и вкус. Этот бекон у нас с вами будет варено-копченый. И мы его сделаем так, как я пробовал бекон, делал мой коллега из Италии. Они его мыли вином. Вот я купил вино. Это австралийское вино. В среднем шардоне. Процент алкоголя у него 13 градусов. Когда вы будете покупать вино для того, чтобы помыть свой бекон, покупайте хорошее вино. Не нужно дорогущее. Не нужно покупать вино в тетрапаках. И в тетрапаках вино предназначено только для приготовления пищи. Вот, допустим, пожарить грибочки, да, это неплохо. Но если вы собираетесь делать что-то изысканное, конечно, нужно среднего класса вино. Дорогое не надо, пойдет среднего класса. Использование вина – это традиционно в Италии, Франции, средиземноморские страны используют вино для того, чтобы мыть сало. Конечно, они тоже любят пиво. Вино придаст нашему продукту дополнительную палитру вкуса. Алкоголь, который в нем содержится, поможет нашему бекону не пропасть. Итак, давайте его помоем. В среднем где-то стакан. Прям вот так вот очень хорошо старайтесь помыть его. Потому что поверхность у нас очень хорошо соленая. Обратите внимание, видите, у него цвет какой. Это говорит о том, что нитрит натрия хорошо прореагировал с белком мяса. Теперь давайте положим его отдохнуть и слегка подсохнуть. Здесь у меня микс черного перца и перца чили. Берем неполную чайную ложку. Это молотые зерна кориандра, неполная чайная ложка. Тимьян, неполная чайная ложка. Сухой тмин, неполная чайная ложка. Сухой чеснок, в среднем полная столовая ложка. Кстати, я его сушу самостоятельно, и лук сушу, и различные другие ингредиенты. Я вам рекомендую купить вот такой вот дегидратор. Прекрасная вещь в хозяйстве. Чесночок я порублю вот такими достаточно крупными кусочками. Так, давайте смешаем эту смесь. Я добавил сюда, кстати, те самые специи, которые допустимо коптить. Вот таким вот образом. Как вы помните, мы его помыли в вине. Он влажный. Поэтому специи очень хорошо к нему прилипнут. И вот в таком виде я его вешаю на крючочек
и оставляю отдыхать и сушиться на 12-24 часа. Потому что в таком состоянии, когда он мокрый, ни в коем случае нельзя коптить. Коптить нужно только, когда ваш продукт сухой. Прошло 15 часов, наш бачок подсох, у него красивый цвет, наши специи к нему прилипли. Следующий этап – термическая обработка. Кстати, прежде чем мы продолжим, я хочу вам сказать, что все рецепты, которые я вам предлагаю, я их как бы адаптирую для простого человека, для простых людей, которые живут в обычной квартире. Не у всех есть супераппаратура, планетарные миксеры, какие-то, я не знаю, блендеры и тому подобное. Поэтому мы будем все с вами делать своими руками, с минимальным использованием инструментов. Но есть инструменты, которые необходимо иметь. Во-первых, это, конечно же, термометры. Вот такой термометр, если вы планируете делать картошечку фри, видите, с щупом. Вы уже видели, скорее всего, видео, в которых я его использую. Затем другой термометр, вот с таким щупом. Вот, например, сегодня мы с вами будем делать это наше мяско, наш бекон. Вот без участия этого термометра приготовить его будет крайне сложно. Существует несколько разновидностей приготовления вареного бекона. Первый, конечно же, это вода. Для того, чтобы не вышел весь сок из бекона, его обычно заматывают в пищевую пленку и варят в воде. Второй вариант, можно его сварить в пароварке. И третий вариант – духовка. Мне нравится духовка. Но положить просто так кусок мяса в духовку тоже будет не очень хорошо, потому что его поверхность пересушится. Я предлагаю делать вот таким вот образом. Берите свой бекон, заворачиваете его в пергаментную бумагу. Для чего я это делаю? Для того, чтобы во время варки все соки, которые будут выходить из бекона, все ароматы специй остались внутри нашего пакета. Когда бекон остынет, все соки обратно будут втянуты мясом. Прежде чем поставить в духовку, включаете термометр. Максимальная температура приготовления свинины – это 70 градусов. В настоящий момент у меня 29 градусов комнатная температура. Я втыкаю щуп в кусок мяса, вот так вот, и ставлю его в духовку. Поговорим о температуре. Мы должны постепенно поднимать температуру. Вначале вы разогреваете духовку без вентилятора, до 50 градусов. Ставите свой бекон. Через 30 минут поднимаете до 70 градусов. Еще 30 минут. Через 30 минут поднимаете до 100 градусов. Еще 30 минут. Потом вы поднимаете температуру до 150 градусов. Ставите 30 минут и уже следите по термометру. Как только ваш термометр покажет 70 градусов, ваш бекон готов. Вы можете его вытащить и оставить его остывать непосредственно в этом пакете. Наш бекон готов. В итоге у меня прошло 2 часа. Вот посмотрите, что у нас получилось. Вот то, о чем я говорил. Видите, все соки нашего бекона, они вышли сюда, в нашу пергаментную бумагу. Оставляйте его в таком вот виде на час-два, чтобы бекон ваш остыл. Как только он остынет, открываете его и вешаете сушиться в течение 5-6 часов. Можно и на ночь оставить. После этого, когда уже поверхность хорошо подсохнет, мы начнем его коптить. Ну что, прошла ночь. Мой бекон очень хорошо подсох. Посмотрите, какой у него замечательный цвет. По сути, он готов. Больше, в принципе, и делать с ним ничего не надо. Вы даже сейчас его попробуем и посмотрите. Мы, кстати, уже не выдержали, кусочек отрезали. Вкус бесподобный. Просто это для людей, которые не любят, скажем, копчености, запах дыма, вы можете просто-напросто сделать по такому рецепту и избежать процесс копчения. Ну, давайте посмотрим. Вот. Ну, посмотрите, какая красота. Великолепный цвет. Аромат специй. Мясо. Вкуснятина нереальная. Обязательно сделать. Ну что, поехали дальше. Попробовали. Значит, наш бекон уже готов. Он не копченый. Его прекрасно можно кушать. Завернули в пергаментную бумагу, положили в холодильник. В среднем 10 дней он будет вас радовать. Но мы решили его все-таки еще покоптить, для того, чтобы усилить его аромат и вкус. Встречаемся на балконе. Так, я разжигаю нашу коптилочку. Ложим.
Старайтесь мясо не ложить прямо над огнем, так, чтобы дым равномерно покрывал его. Закрываем крышкой. Вот посмотрите, какой дым внутри. Видите? Вот. То есть очень равномерно, мягко идет. Нет чрезмерного дыма. То есть наш продукт получится очень вкусный. Я оставляю наш бекон в среднем на 7-8 часов. Ребята, прошло 4 часа. Скоро у меня здесь стемнеет. Я вам хочу показать, что здесь происходит. И посмотрите. Это просто невероятно. Просто нереально. Красотища какая. Посмотрите, какая корочка. Ой. Ой, эти все специи. Они все это напитают. Это будет просто сенсационный вкус. Ну, хорошо. Теперь я вам уже покажу, когда сало прокоптится. И еще через 4 часа. Итак, прошло 8 часов. Наконец-то наша история закончилась. В принципе, если вы хотите более смоки вкус, более копченый вкус, конечно, можно коптить и 10, и 12, и 15 часов. Но, в принципе, для нас, вот для нашей семьи, и по моему личному мнению, я считаю, что 7-8 часов вполне достаточно. Все должно быть гармонично. Хорошо. Итак, 8 часов у нас прошло. Вот посмотрите, какая красота получилась. Видите? Цвет. Прекрасный цвет. Вот. Ну, просто прелесть. Аромат. Ну вот я вам сразу скажу, я вот чувствую и запах чеснока, и перца, и вот дымок, запах вот этого, знаете, вот вкуса бекона, вот все, что нужно. Конечно, можно прямо сейчас его нарезать и покушать. Но, чтобы закончить правильно эту историю, вот я лично сейчас я его замотаю в пергаментную бумагу и на ночь отправляю в холодильник. И только завтра мы уже его будем резать и пробовать. Нужно так, чтобы дым равномерно проник в ткани нашего бекона. Потому что сейчас наиболее сильно вкус копчености вот именно по краям. Внутри его еще недостаточно. Вот, постояв хотя бы 12 часов в холодильнике, дым и вкус дыма, он равномерно разойдется по тканям мяса. И это действительно будет уже настоящее наслаждение. Итак, я его закрываю в пергаментную бумагу. Отправляю на ночь в холодильник. И вот уже завтра мы с вами его порежем, продегустируем и все скажем, что мы о нем думаем. До завтра. Прошла ночь, пришло время окончательной дегустации. Ну вот, аромат, вы знаете, ребята, ну просто волшебный. Еще раз скажу, просто невероятный рецепт, невероятный вид, но я думаю, что и вкус такой же будет. Если вы регулярно покупаете подобные беконы в магазине, то вы наверняка обратили внимание, что они очень мягкие, они чрезмерно переваренные. Так вот, наш бекон совершенно отличается. Видите, он какой плотный. Несмотря на то, что он у нас приготовленный, доведен до температуры 70 градусов, то есть полностью готовая свинина. Несмотря на это, он очень упругий. Сказка. Обязательно приготовьте. Как вы видите, это делается очень просто. Засолили, 3 дня подержали, покоптили и получили настоящее неизгладимое удовольствие. Ваши домочадцы, ваши гости будут просто счастливы покушать такой великолепный продукт. Ну просто, просто песня. Невероятный вкус. Очень вкусно. Не пересоленый, не перекопченый, не переперченный. Идеально. Друзья мои, надеюсь, что это видео вам тоже понравилось, было интересно и полезно. Увидимся в следующий раз. Пока!